Рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня я хочу рассказать вам про стартап под названием Saturn Black, или Черный Сатурн. Что же такое Черный Сатурн? Это оператор ликвидности крипторынка. Это уникальная кросс-чейн, блокчейн платформа торговли и, в первую очередь, обмена криптовалютными активами. Мы находимся на основном сайте данного стартапа. Я вам рекомендую обязательно загрузить себе One White Paper, One Pager, обязательно пренепременно почитать. В общем, все просто. Saturn Black – это симбиоз удобства атомного обмена ваших криптовалютных активов, а также гарантия, 100% гарантия надежности. Все сделки и операции на платформе проводимы абсолютно легально и безопасно для каждого из игроков и участников криптовалютного рынка. Все очень просто. Задача Saturn Black – создать качественно новый, ликвидный, безопасный вне биржевой рынок. Ну и, собственно, вот тут вот вся информация подробно есть. 22 страницы. У них есть и One Pager, как я уже сказал, и White Paper. Ну что ж, вернемся на сайт. Чем он примечателен, этот стартап? Стартап примечателен тем, что у них уже есть демо-версия. Демо-версия кошелька, демо-версия обменника. Все просто. Выбираете валюту и обмениваете ее, не прибегая к, так сказать, традиционной бирже с ордерами и прочим, и прочим, и прочим. Что ж, давайте с вами поговорим о планах данного стартапа. В декабре намечен escrow, то есть Saturn позволит осуществлять безопасные сделки между владельцами с гарантией третьей стороны, так называемая escrow-система. Также в декабре будет запущен кросс-чейн торговля. Можно будет купить или продать криптовалютные активы большими объемами, любыми совершенно объемами. Все сделки внебиржевые будут безопасны, проходить через уникальный протокол атомарного объема и так далее. Они будут актуальны как для крупных криптовалютных инвесторов, так и для ранних инвесторов, членов команд стартапов. В 2019 году ждет запуск нас внебиржевого аукциона. Будет доступна и покупка, и продажа любых объемов криптовалют по лучшей цене. Все сделки будут, как я уже сказал, безопасными с помощью уникальных настроек, условий исполнения заявки, низких комиссий. Все это будет очень удобно для потребителей, так сказать, для пользователей данной платформы. В четвертом квартале 2019 года Saturn запустит peer-to-peer трейдинг на базе протокола Swap. Ну вот, собственно, и API трейдинг терминал появится. А также в 2020 году уже будут доступны прямые сделки с использованием фиатных валют, евро и доллара. Saturn разработает свою собственную инфраструктуру для обмена фиатных валют во всех направлениях, как внебиржевой кросс-чейн торговли, так и внебиржевых аукционов, так и биржу атомарного объема. Ну и к концу 2020 года они планируют стать одними из ведущих поставщиков ликвидности крипторынков в мире. Вот так, друзья, в следующем видео я расскажу вам немного подробнее про токен сейл, а также о команде данного стартапа. На этом с вами прощаюсь, до новых встреч!